столичной гимназии 31 открылось туристическое агентство. Особенность его в том, что руководят всем школьники. Мы стали готовить наших детей, то есть школа подготовки работала. А что такое школа подготовки в гимназии? Это наши учащиеся, обучаясь в объединениях по интересам, они приобретали первые навыки. Навыки предпринимательства, правовых знаний, документоведения. Они глубже вникали в историю, в краеведение, в экологию. А помогают в подготовке будущих туроператоров, экономистов, переводчиков, родители. Мы провели мониторинг родительских профессий, дабы создать команду менторов из наших родителей, которые очень приятно, что и юристы, и экономисты, и предприниматели, которые с удовольствием откликнулись на нашу эту идею и совместно на базе нашего туристического агентства проводят консультации, проводят мастер-классы, семинары. Туристическое агентство учит школьников быть самостоятельными, ответственными и к тому же неплохо профориентирует. Гимназисты уже видят себя будущими переводчиками, экономистами и программистами. Ребята разрабатывают экскурсионные маршруты, туристические программы. Они готовы разрабатывать интернет-проекты по замечательным местам Беларуси. Попасть в ряды сотрудников турагентства хотят многие, но одного желания мало, нужно пройти отбор. Для того, чтобы стать сотрудниками нашего туристического агентства, наши ребята подают после обучения вот в школе подготовки на базе объединений по интересам, они подают заявку, резюме и подают такую карту, индивидуальную карту обучающегося, где прописаны их достижения учебные, творческие, спортивные. Они подают в комиссию. Комиссия – это наши педагоги. И уже здесь идет распределение. Сейчас туристическое агентство «Академия путешествий» – это слаженный механизм, где каждый сотрудник закреплен за определенным отделом. Экономико-правовой отдел, отдел по связям с общественностью, информационно-рекламный отдел, экскурсионно-туристический отдел и эколого-краеведческий отдел. Я являюсь сотрудником связи с общественностью. Мы создаем план поездки, изучаем историю объекта, которую мы собираемся посещать, узнаем интересные факты. А вот Роман, ученик 10 класса, на вопрос, что входит в его обязанности, отвечает кратко – расширять свой кругозор. Мне очень нравится история и нравится обществоведение, мне нравится все, что связано с этими науками. И вот я в это постепенно втягивался, узнавал все новое. И вот появилось такое туристическое агентство, которое открыло передо мной множество новых возможностей. Сейчас туристическое агентство организовывает поездку в Брест. Цель – познакомить путешественников с историей города. Спланировать маршрут поможет не только карта, но и QR-коды. И все, что для этого нужно, просто навести камеру мобильного телефона. И вуаля, вся необходимая информация прямо перед глазами. Обращаться в турагентство могут все – родители школьников, минчане, интересующиеся историей, учебные заведения. Так что быстрее приобретайте тур и отправляйтесь в путешествие по Беларуси.